Получили посылку. Вернее, проверил почту. Бросили в почтовый ящик. Вот такой вот конвертик. Такой аккуратненький, маленький. На ощупь примерно понятно, что там. Что на... никаких надписей идентифицирующих, правда, нету. Сейчас скроем. Я получу подтверждение своим догадкам. По идее, там должны быть два кремчика. Получил ли? Да, действительно, там лежало два кремчика. Вот таких вот. Так, у этой компании есть сайт gxyzyy.com. Ига Нижин какой-то. Ну, в общем, не важно. Две штуки заказывали. Вот инструкция на английском. Если вдруг кто захочет почитать. В описании на сайте было написано, что это крем, который помогает от псориаза, но останавливает все эти бляшки. И друзья очень попросили нам его заказать у нас. Вот. Сейчас покажу, сколько он стоил и отзывы. Пользуется очень большой популярностью. Нашел этот заказ. Вот эти тюбики с мазью. Каждый стоил по 72 рубля. Давайте посмотрим, как это сейчас выглядит. Сейчас они там супер подорожали по 75 рублей. Вот. Цветов, естественно, нету. Описание у него, ну, тот, кто понимает, как это перевести на человеческий русский, читайте. Вот, описание на английском. Вот тут, собственно, подходит для псориаза, экземы и всех видов заболеваний кожи. Бла-бла-бла-бла. Собственно, те, кто хотят это почитать, читайте. Так, теперь картинки. Пришло без коробки. Тут это написано. Бла-бла-бла. Вот еще английское описание. Еще описание. Как они, сколько будет идти, что они какие деньги принимают. Все, собственно, ничего толком нет. А теперь смотрите, главное. Очень мало товаров с таким объемом продаж. Вот, смотрим. Это тоже человек получил. Никто не показывает результат. Вот, и тут вроде бы всем помогает, но... Вот, собственно, это яркий показатель того, что штука хорошая. Обязательно покупайте. Мы отдадим друзьям, узнаем их отзыв. Но, как я понимаю, все крема моментально не действуют. То есть это должно пройти какое-то время. Вот, еще раз напомню, крем псориаз. Это не реклама.